Самый главный антистресс мы нашли. Это Ханк. Музыка – главный антистресс. Вот еще один. Да? У тебя палочки вон потыкай. Руками тоже. Надо ударить вот сразу, чтобы он не успевал подойти, я поняла. Юля пропала. Иди-ка надо. Чем бьют? Чем? Средним пальцем? А, вот тут. По площадкам. А. Ну, я, допустим, бью одним или, ну, или двумя пальцами. Ага. То есть, они будут, если он обидный. Обмедненные. У тебя тоже получается. Ну, вы можете пальцы расслабить, считать, что он пощечина. Да, так лучше звучит. От 7 до где-то 35. Спасибо большое. От 70 до 100. Расскажу, что вот эта штука, на которой мы сначала играли, которая, да, тоже вот звучит. Всегда анонсируем какие-то мероприятия, которые не только мы. Она называется глюкофон. Вот еще один. Это мой шоколад. А, еще с усилителем. Юля, пробуй. Давай. Вот так. А, это ж надо. А, сейчас Юлька будет слушать и релаксировать. Все. Какая прелесть. Вот и сила музыки. Все. А теперь сама. Ай, довольный, как здорово. Я прослушала на соль-мажоре. Я слышала соль-мажор, но самое главное, я услышала. Да. А соль-мажор что еще? Соль-мажор считается релаксным или светлым, наверное, с светлой тональностью. Почему именно соль-мажор, интересно? Вы не знаете? Почему соль-мажор? Ну, он может быть, и соль-мажор просто так действует на людей. Ла.